Всем привет, друзья! Хотите на экран своего Xiaomi вот такой индикатор заряда батареи? Сейчас покажу, где его взять и как настроить. Для этого переходим на мой телеграм-канал. Телеграм-канал называется Mobile TV. И вот тут скачиваем приложение. Теперь нажимаем «Установить». Идет установка приложения. Чуть-чуть подождем, друзья. Все, приложение установилось. Теперь открываем его. Сверху нажимаем флажок, активируем приложение. Снизу нажимаем Turn On. Нажали. Теперь включаем разрешение поверх других приложений. Включаем флажок. Идем обратно. И видим, что индикатор батареи у нас появился вверху экрана. Здесь можно выбрать на любой цвет и вкус индикатор. Например, вот этот. Или вот такой. На ваше усмотрение. Какой вам понравится. Мне нравится вот такой индикатор. Здесь можем настроить цвет индикатора на уменьшение заряда или повышение. Теперь листаем самый низ. Здесь можем передвинуть, увеличить или уменьшить наш индикатор. Если перейти вот этот пункт и включить его, здесь мы можем передвинуть индикатор в любую часть экрана. После того, как передвинули и настроили, снова выключаем. Ну вот и все, друзья. Никаких хитростей тут больше нет. Можете выбирать понравившийся вам индикатор и устанавливать. Пользуйтесь, друзья. Подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Буду очень вам благодарен. Всем пока!